Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». Наконец-то 6 мая этого года состоялось главное событие в истории современной Англии – официальная коронация Карла III. Для того, чтобы лично поздравить монарха с этим знаменательным событием, на торжество прибыли члены королевских семей со всего мира. Среди них были и князь Монако Альберт II и его супруга Шарлен. А после того, как первые кадры с торжества появились в соцсетях, многие обратили внимание, что пока все гости радовались, княгиня Монако была погружена в свои мысли, а она шла с поникшей головой, как бы напоминая всем о своем грустном настроении на собственной свадьбе. Вместе с тем от пользователей соцсетей не укрылось не только слишком уж печальное настроение Шарлен, а на некоторых снимках кажется, что она вот-вот заплачет, но и перемены в ее внешности. Многие отметили, что княгиня заметно набрала вес и сменила цвет волос на контрастное мелирование. По мнению бьюти-экспертов, получилось не совсем удачно. Шарлен стала смотреться на 10 лет старше. Фолловеры также отметили, что уже не помнят, когда княгиня в последний раз искренне и беззаботно улыбалась в присутствии мужа. Обычно она позволяет себе расслабиться только когда на официальных приемах общается с детьми. На коронации Карла III Шарлен показала себя на публике грустной принцессой. И это несмотря на то, что правящая семья Монако не так давно заверила, что Шарлен удалось решить проблемы со здоровьем и преодолеть психологические трудности. Справедливости ради следует заметить, что после каждого выхода в свет Альбера II и Шарлен в сети вновь начинают обсуждать, что брак их висит на волоске, но сами супруги эти слухи пока упорно опровергают. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!